Всем привет! Вы на канале Регион 14. Мы находимся в национальном парке Шварцвальд, Черный лес. Это Германия, земля Баден-Вюртемберг. В таком месте, как называется, озеро Шварцбарг-Тальшпере. Проще говоря, это дамба. Когда-то здесь был просто ручей. Вот, его перегородили дамбой. Дамба находится вон там, за елочкой. Вот она. Глубина озера сейчас около 60 метров, достаточно глубокая. Вот. Приехали мы сегодня в это место по грибочке. Я с утра посмотрел ролик одного блогера из России. Он ездил по грибы. Вот я и собрался тоже. И приехал вот сюда. В надежде найти немножко грибов сегодня. Ну и просто отдохнуть. Ну, зашли в лес. Странно, у нас везде шли дожди. А тут все сухо. И это плохо. Вот. Место достаточно популярное здесь. Но я надежды не теряю. Хотя бы напожарить. Найти грибов сегодня. Вот такое вот место перспективное. Но грибов пока не видно. Такие маленькие елочки здесь. Вот черничник. Кругом, но ягоды уже нету. Ну и нету и грибов. Дух леса, дай нам грибочков напожарить. Не жадничай. Мы столько пропилили, чтобы сюда приехать. Вот и первый грибок. Такой маленький. Жена нашла. Глаз-алмаз. Вот такие ручьи бегут здесь. Всегда классно можно в жару умыться, воды попить. Вода холодная здесь, родниковая. Вот сейчас ушел, что-то вот здесь вот заползло вот сюда вот, под корягу. То ли змея, то ли ящерица, но проверять не будем. Ну их нафиг. Хотя змеи тут есть. Вот в том году мы здесь собрали неплохо. Как-то приехали сюда вот. И белые грибы были, и маховики. А сегодня даже поганок нет. Странно. Ни мухоморов, ни поганок. Конец августа, уже грибы по-любому должны быть. О. Что это? Ну, иди. Иди. Он уже боится. Лягушку вот нашли. Вот гуляя по лесу, нашел, наткнулся на старую поленницу. Очень старая. Уже на ней он мох растет, вот обросил. И вот средство, при это, которым эти дрова кололись. Вот такой колун. Вот так вот его воткнем. Такой артефакт. Кто-то забыл из местных. Все изрыто кабанами. Ну и вот стоит такая вот егерская такая засидка. Вот. На кабанчиков охотится здесь. Везде вот такие вот кругом полузганные шишки, это белки. Их работа
Все вокруг кабанами изрыто, истоптано. Вот они тут ходят. Может быть, вот это есть и причина, потому что нет грибов. Сука, все сожрали, блядь. Ну а что? Мы ж не знаем наверняка. Может, кроме желуди, они и белый гриб любят тоже. Вот пошли грибочки. Нашла жена еще один грибок. Вот еще один. Пожрали тут вот с этой стороны. Ну, мы сейчас обрежем. В общем, немного пройдя, нашли срезы грибов свежие. Понятно, тут это не кабанах тело, а в двухногих кабанах. Кто-то прошелся вперед нас. Вот. Единственный шанс есть вот так вот в кушаря зайти вот здесь. Тот раз мы тоже так зашли. Там, где нога человека не ступает. Или ступает очень редко. И тут можно будет что-то, возможно, найти. Вот так сейчас пойдем. Вот такие грибы есть. А каких надо, нету. По факту, в общем, грибов мало. Очень мало. Плюс ко всему еще видно, что ходили, срезали, все посрезали. Поэтому нам сегодня жарехи не видать. Вот попался какой-то гриб такой вот. Вообще первый раз такой вижу. Страшный бы. Какой красивый лес здесь. Ну вот грибок. Мне улыбнулась удача. Вот такой вот красавец. Вот вышли к озеру маленько перекусить. Вот такая вот лавочка здесь. И потом пойдем дальше. Вот они, грибочки, стоят. Один, два, три, четыре. Красавцы, просто красавцы. Вот они, какие прям очень красивые грибочки. Вот Николь нашла пару грибов. Вот такие красавцы. Вот еще один. Вот еще один. Красавец. Обожаю подосиновики. Вот маховичок еще. Ну, пожарить мы уже нашли сегодня. А я что-то плакал все, думаю, что не будет ничего у нас сегодня. Вот залезли вот такие кушаря вот здесь вот. Вот здесь вот березы растут. Вот. И здесь вот нарвались на подосиновики, подберезовики, маховики. То есть вот тут, в общем, где люди не ходят, тут нужно искать. Вот. Вот такое вот место здесь красивое. В кушарях растут маленькие подосиновички. Вытаскивай. Во! Да. Какой красавец! Ой, шляпка отлетела. Ничего страшного, давай. Там еще один. Да. Все. Вылазь. Вот Николь еще один грибок нашла. Ну-ка, покажи, что там такие. О, это беленький. Вот выкручивай его. Да, как красавец какой. Ну, покажи. Обалдеть. Класс.
Вот. Еще один подосинок. Ну-ка покажи. Обалдеть. Класс. Вот. Подосиновик, подберезовик, маховичок и беленький. Красота. Она зацепилась за дерево. Вот такие вот красавцы. Дух леса. Ай. Спасибо тебе большое. Белый. Получилось? Угу. Дочь, ну-ка давайте рядышком. Смотри. А вон еще. Вот такое вот красивое место. Часто мы здесь гуляем. Вот сегодня по грибочке приехали и не зря приехали. Вот залазишь кушеря, а тут вот вот такие вот красавцы. Раз, два, три. 4. Вот они. Подосиновички. Вот еще один грибок. Маховичок. Ну-ка, дочь, сорви его. Вытаскивай. Да, красавчик. Вот идем, мал-мал. Грибочки собираем. Вот еще один подосиновик. Поэтому вот, вот здесь, вот он раз, вон еще туда надо залезть еще, два. Вот кто-то нас пытается, чтобы его засосало. Вот этот вот ручей один, и вот там еще в стороне второй, два ручья вот эти втекают, втекают в это озеро, точнее. Они раньше здесь протекали, потом его дамбой перекрыли, вырубили тут лес. И вот за много лет набралось вот такой вот водоем набрался. Такое большое озеро. Вот уже хотел возвращаться. Вот смотрю. Еще один грибок растет. Теперь вопрос, как к нему подобраться, камни скользкие. Вот так как грибы по одному не растут, вот еще один красавец. Вот у нас случилась авария, ну как я и предполагал, набрала воды, и теперь придется идти домой. Вот что набрали сегодня, корзиночку. Ну, в основном это сегодня подосиновики белые, было немного маховиков, немножко было подберезовиков и совсем мало мы нашли шампиньонов. Вот, ну, в принципе, этого хватит на покушать сегодня. Ну вот там вдалеке второй ручей, который питает это озеро, наполняет его водой. Вот. Вот такое оно. Красивое. Ну вот, друзья, сегодняшнее видео подходит к концу. Мы сегодня вдоволь нагулялись, собрали грибов. Дух леса Баянай дал нам эту возможность. Кто не знает, Баянай — это у северных народов
у ивенков, у якутов. Это дух леса, который помогает охотникам, рыболовам в их нелегком труде. Так вот, так как я родился в Якутии, я тоже прошу у него нам помочь. Он нас услышал, дал нам возможность собрать грибов. Увидели, вначале вообще ничего не было, то есть здесь люди прошли и все собрали. Грибы есть, как оказалось, просто нужно искать в тех местах, где люди не ходят. В общем, спасибо, то, что досмотрели это видео до конца. Всех вам благ, пока, до новых встреч.